Здравствуйте, наши дорогие зрители! С вами Виталий Хомутов, и мы продолжаем знакомить вас с ответами на ваши вопросы в рубрике «Вопрос дня» Олегу Зубкову. И сегодня вопрос от нашей подписчицы из Москвы, Любови Естевгнеевой. Про символ зоопарка «Сказка». Добрый день, Олег Алексеевич! Большой привет вам из Москвы! Летом собираемся в Крым, в Ялту, и хотим посетить Ялтинский зоопарк «Сказка». Символом московского зоопарка является дикий кот Манул. Парка львов Тайган? Конечно же, лев. А какое животное является символом зоопарка «Сказка»? Хотим привести ему отдельный гостинчик. Ответ. Здравствуйте, Любовь. Эмблема Ялтинского зоопарка «Сказка» является павлин. Так что стакан семечек подсолнечных будет лучшим подарком. С уважением, Олег Алексеевич.